Ближне-Смоленске крупная авария, значит, трубопровод диаметром 800 мм, Комсомольский коллектор. Здесь оперативно был проведен штаб, руководство города, правительство Смоленской области, Министерство ЖКХ, Министерство энергетики. Сейчас самая главная задача – локализовать место порыва, переключить все возможных потребителей на другие трубопроводы и также минимизировать последствия для жителей, потому что в любом случае температура очень низкая и отсутствие теплоснабжения влечет с собой выстывание в жилых помещениях. И, значит, все службы работают как города, так и правительства достаточно слаженно, все здесь находятся на месте, значит, ситуация контролируется.